Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, ваш дивизион на следующий сезон. Пол лямчика почти дали. Друзья, это хорошо, это я могу, значит, прокачать тачку, так ведь? Смогу или не смогу? Теперь буду апать маслкар. Молодец, апай маслкар. Всем привет. Так, вступить, конечно, вступить, ребят, конечно, вступить. Так, здесь открываем тоже сундук. Защитная арматура, стартовый ускоритель. Новое задание. Сделай 6 поворотов на суперкаре. Маневр, 500 метров сельская местность. Приключение, проехать 2000 метров в зима и на выскочке. Так, с... Слушай, а у нас первое число, по идее, должно обновиться уже сезон, но я не вижу ничего такого, ребят, чтобы сезон обновился. Почему? Не знаю. Значит, гонка, кубок полуночи. Ну что, я не поеду на маслкаре, нафиг, нафиг, потому что там в любую стенку врежься, и тебе будет хана. Поэтому я поеду на раллийном авто. Я нажал на паузу, я думал, что... Фига там, чувак! Дрифтанулся. Ауч. Так, 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 давай, 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 давай. Есть. Слушай, ну тут отлично. Прям зергут, что будете сказать. Прям, блин, прокатился как ништячок. Здесь главное. Опа, ты видел? Как я их всех, друзья мои. Вот, блин, здесь были бы крылья, было бы, наверное... Фига я. Ух, твою ж дивизию. Да, и здесь мы тоже занимаем первое место, ребят, ну... Прям наикрутейшее все получается. А вот это вот обманочка. А вот это вот... Да что с тачкой-то, твою ж душу? Я вниз пойду. Джиби. Джиби, ребята, врезался. Я пока еду вторым. Вниз. Вот он. Ребята, я... Есть шанс первым приехать, потому что Red Honey этот сдох на финиш. Я вообще один был выживший, прикинь. Ай, прикол, прикол. Так, но новый сезон, ну вот, ребята, превосходно, все пишут. И зачем я тогда эту гонку ехал? Ай, чтобы меня выкинули на самое начало. Так, хорошо, давай так сделаем. Привет, Рэй, Диман пишет, здоровье. Миля Шахтера. Ну, во-первых, ребят, давайте менять гонщика. Возьмем вот этого небритого оборванного шута. Шалопай, так его назовем. Шалопай. И маслкар. Можем прокачать? Да, ребят, здесь по фулке. Тут, как ты видишь, еще, к сожалению. Еще два уровня надо прокачать на нагнетатель. И... Ой, блин, нафиг я. Это же Миля Шахтера, я взял маслкар. Ну, ребят, это опасно. Фига ты на своей там монстр-машине наяриваешь. Смотри, смотри. Идиот кусок. Просто кусок идиота. Он взял, ребят, он решил наколоть судьбу на своих попрыгульках. Ну, ты видел, чем это закончилось для него. Для него это закончилось, ребята, мясом. В отличие на 10 минут. Мне главное тоже, ребята, не врезаться в потолок, потому что иначе будет кирдык сразу же. Это на первый вид смотришь, да? Кажется, вот, у тебя есть крыша. Нет, у тебя никакой крыши над головой. Так, имитация. Ну, слушай, нормально идем. Идем. Прям великолепно. Есть. Первое место. А, тут одна гонка. Тут одна гонка была.
Так, маслкар, автомобильная коляска и еще одна автомобиль. Это что сейчас было? Это что? Что сейчас было? Почему меня назад откинул? Не пойму я, что произошло, друзья. Фига, смотри какой, а? На этой, на вертушке, ребят, что утворяет. Ну, ханыга, ну, бич, а? Да, ну он, грубо говоря, пролетел там все, да? Так-с, давай-ка мы посмотрим, что у нас будет здесь. Посмотрю я, как он тут. Да, ему тут немножко попроще, потому что он ездит по потолку, ему как будто по барабану. А мы с тобой тут еще и ускоряемся зачем-то. Рэй, не тупи, блин, ну. Да иди ты в пень, блин, еще и будешь мне тут на финише подрезать. Никаких подрезок. Так, газуй. Вот об этом, ребята, я говорил. Нормально? Нормально. Так и должно быть у дяди Рэя. Так что все. Все, ребятушки. Пускай даже там не дергаются, хламом нечестно. Первое место мое. Так, у нас сельский кубок, и здесь я могу себе позволить спокойненько, ребята, на маслкаре. Наверное, наяривать. Он еще и он ракету еще взял. Ну, это, ребят, для того, чтобы ускориться. Чего? Чего? Ты посмотри! Спорткар, блин! Какой-то вшивый спорткар меня обогнал. Вы что, серьезно? Да блин, ну. Второй раз, ребята, без ускорения поехал. Без идеального, я имею в виду. Без идеального ускорения. Так. Опять этот, смотри, спортивная машина сзади там прется. Но благо здесь у нас получилось все. Так, секунду. Да опять ты твою ж душу-то, блин, ну. Этот там что-то поджидает. Он, видимо, ждет идеальный прыжок. Есть! Да, нагнул. Наверное, нагнул, ребят. Да, всех нагнул. Шикарненько. Так, ну что, поехали дальше. У нас грязное ралли. Я думаю, что грязное ралли мы, наверное, поедем. Вот на чем мы поедем с тобой. На грязном ралли. Бери ускоряшку. Пока все нормуль, друзья мои. Я даже больше скажу, лучше, чем нормуль. Проехали от души. Да как так-то, ну? Ну как ты пропустил, ну Рэйч, ну ё-моёшечки, ну. Несправедливо, ну ладно, это будет первое место за ней. И полетел. Ну и последняя гонка у нас здесь. Идеальный старт. Монетки, да, мне монетки здесь дают небольшую ускорение, ребят, но вот это все. Опять с горючим пролетели. Да ну! Ну! Что ты начинаешь выкомучиваться, а? Все. Блин, не все. Я уже хотел нас поздравить с первым местом, но пока еще нет. А в любом, ребята, случае мы получим первое место, потому что наши три гонки выиграны по топчикам.
Так что тут уже... Даже если мы, например, заняли бы второе или третье место, да даже четвертое, все равно мы бы здесь были бы победителем. О, вот он, ребята. Я и забыл, что здесь есть снег. Снежные трассы. Ну, конечно же. Конечно же, ребята. Конечно же, у нас первый снег. А давай попробуем на... Вроде еще не зима, как бы, но... Но уже зимний период якобы начался здесь, в игре. Я так круто эту гонку прошел. Смотри. Вообще, ни к чему даже придраться, ребят. Так, ну это было только первое. Нам еще две надо осилить. Обожаю, когда так вот высоко подлетаешь и летишь, летишь, летишь. Пролетаешь там все эти ненужные нам трамплины. Круто же. Конечно, ребята, круто. И последняя гонка. Сейчас посмотрим. Тут опасно, если честно, ехать. Да, и здесь тоже у нас получилось. Все, ребятушки. Так, получили с тобой 30 крыльев, это у нас на нашу фуру. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, Пиворебзе. Пиворебзе. Так, ну что, а мы едем дальше. Кубок Шторма. Кстати, давай попробуем посмотреть, как у нас, ребят, на вертушке может получиться проехать. Я на вертушке, по-моему, не катался еще на кубке Штормрайдера. Но мне почему-то кажется, что... Что должно быть хорошо проехаться. То есть ветер меня как бы, да, подгоняет. За счет того, что у меня крылья, ребята, меня ветер как бы, так сказать, подталкивал. Прям сам говорил: Рэй, я тебя дотолкаю до финиша. И вот так получается. Но вот это вот большое, ребят, проклятие. Твою налево, туда не долетели. Ой, тут бы не разбиться бы. Ну! Да что ты? А ветер-то, ветер-то, друзья, в другую сторону летит. Дует, точнее, летит. Понимаешь, он дует в другую сторону, и крылья мне в этом случае, ребят, только мешают. Я уж думал, сейчас еще скатится назад, блин. Нет, ребят, все получилось как нельзя хорошо. То есть задел я, так как у меня машина немножко подлиннее, да? И я задел колесом первый, короче, перешел в черту. А вот что дальше будет, я такой по водичке прокатил. Ой! Ой-ой-ой-ой, вот это вот не надо делать. Вот этого не надо делать, ребят, что вы что? Так, это у нас прыжок на верхней будет, да? Не надо! В воздухе, друзья мои, успел я все-таки их перепрыгнуть. Гран-при каньон. Ну, слушай, гран-при каньон, это проходит, конечно же, на раллийном авто. Вот вертушка, она вообще, ребят, не актуальна. Просто не актуальна. Ну, давай, бомби. Перекидывай меня. Так, а вот и финиш. А вот, ребят, и финиш. Нормально, нормально здесь получилось. Идеальный старт был.
Главное допрыгать. Задел. То есть я немножко подускорился здесь. Проехал почти идеально. Залети, главное. Скажи мне, куда вот этот вот Аркадий лезет? Там еще Ришам какой-то. Ришам. Слабоват ты еще, Ришам. Научись кататься на спорткаре. Я не знаю, почему он, ребята, перед самым финишем спасовал. Я не могу тебе сказать, почему это произошло. Но что я могу тебе точно сказать, что мы сейчас... Смотри. Смотри, краснозады сзади едет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Чего? Какого? Как нафиг? Да чё с машиной? Еле ползёт черепаха, блин. Кому-то там на последнем издыхании. Твою налево, а? О, друзья мои, новое оружие альпийский. Новое оружие альпийский. Так, у нас опять, друзья мои, подземелье ведьм. Слушай, ну уже физиономию получили, уже хорошо. Уже, ребят, хорошо. Так, смотри, байкер. Коммуникации или нет, как думаешь? Ну, пока он едет вроде аккуратно, ребят. Он пока аккуратничает, мы с тобой едем на полных парах, ребят, и занимаем первое место. Пускай там дальше аккуратчик. Да, тяжело. Мне, я сам знаю, ребят, что ехать, что такое пещеры на байке. Это на самом деле вообще не смешно. Любой косяк, это будет кранты. Поэтому я смотрю, ускорение он никакого здесь не взял. Вот и разбился. Вот и разбился чмошник. А я первый место. Даже маслкар там, ребят, позади где-то был. Так, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ты, Рейчик, ну не дожал кнопочку-то, точнее. Опа, байкер сразу, ребят, накрылся медным тазом. То есть одним конкурентом меньше. Тут вот только маньяк у нас. Что-то выделывается. Я говорю, он аккуратничает, потому что, ребята, у него нет... Чего? Все погибли, ребят, прикиньте. Все, никто не доехал до финиша. Так, кубок по скоростному спуску. Слушай, давай попробуем, наверное, на вот этой штуке. Правда, она по спускам, ребята, не особо хороша, если честно. Но я здесь не один такой. Хотел сказать, продуман. Ну тут, по-моему... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тьфу ты. Все, ребят, по-моему, это фиаско. Конечно, фиаско. Да. Ну, ребят, я заведомо понимал, что эта машина не лучшая для спусков скоростных. Но тем не менее. Тут, конечно, брать ралли не авто. Почему, ребят? Во-первых, у меня очень хорошо прокачанные шины. То есть у меня очень идет хорошее зацепление именно с этим. Со льдом, со снегом. И я не теряю в скорости. А у этой тачки, у нее, по-моему, если не ошибаюсь, кроме крыльев, ничего больше не прокачано. Ну, поэтому вот я вот так вот и еду. Не очень хорошо, скажем так. Ну, давай, попробуем. Если мы сейчас с тобой вдруг займем первое место, если мы займем. Чем я не особо уверен. Да что с машиной? Куда ты летишь-то? Под небесную куда-то. Ой. Ну ты посмотри, что у нас происходит. Вася, Вася! Вася, отвали. Да, да, я сделал, ребят, то, что хотел. Все у них хорошо получилось в этом плане, и мы переходим на восхитительные диверсии. Восхитительные диверсии. Для кого-то они восхитительные, а для кого-то они, ребята, отвратительные, как, например, для меня.
Почему-то очень мало трасс именно, ребята, с этим, с роботом, ну с фабрикой, с фабрикой робота. Сейчас еще и придавит. Ведь знал же, что нельзя, блин, так делать, подпрыгивать высоко, все равно ровно. Но это, ребят, потому что расслабился по полной программе, и поэтому так получилось. Muscle car с крыльями, да, я смотрю там. Не надо. Ну давай ты, Рейчик, ну поднажми, поднатужься. Фью. Поднатужился, но главное, что он не перенатужился. Так, шпарим, шпарим далее. Там маслкар что-то там хочет, по-моему, ребят. Что хочет из себя изобразить. Не знаю, что. Есть контакт. Все. Топ. 7 этих. Да, не займем с тобой первое место. Так, команда. Видео будет. Я уже у тебя на канале. Да, будет. Будет все. Так, ну что, я поехал, ребят, дальше. Нам тут... Что нам надо? Ну, еще гонки две, наверное, выиграть. Горные мосты, блин, ненавижу эти канатные мостики на горных мостах, ребят. И терпеть их не могу. Просто не могу их терпеть. Ать! Мог же задеть-то, мог же, чтобы немножечко там устануться. Но не стал. Нижнее заднее колесо. Нижнее заднее колесо, блин. Заднее колесо, ребята, не опустилось как нужно мне. Там, по-моему, кто-то размазался. Мне не показалось? Ух, куда тебя понес, черт, а? А может быть, оно и к лучшему? Смотри, какой отрыв. Очень мощный отрыв, ребят. Очень мощный. То есть я поверху, получается, сэкономил даже больше, чем если бы я ехал по нему. Ать! Ать! Да, 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 друзья мои. И по итогу я получаю первое место у меня. Правда, не только у меня там было первое место, но засчитывается в сторону выигравшего. Так, а здесь я, наверное, ребят, поеду на масл каре. Поехал, блин, на масл каре. Блин, я, наверное, попутал. Я попутал, ребята. Я думал, что там будут гонки, ну, как бы в пустыне, без вот этих вот штук. Ну, тут благо нормально все. Так, давай. Давай попробуем еще сейчас. Это оно, не оно. Но как-то там один задел, блин. Ну да ладно. Тут самое главное, ребят, что первое место. Он видел, когда ребята полный буст срабатывает, у него, конечно, скорость просто офигенная. Ну да, самый умный, блин, да, Рей? И прямо на финиш. Великолепно. Так, жду, жди, жди. Ну что, еще кубок аллигаторов. Мы, наверное, возьмем с тобой вертушку. Я не хочу, как говорится, попасть им в пасть. Или там прыгать от них. А вот это уже называется маемся дурью, ребят. Был бы, ребята, шанс, если бы я бы там не задел бы этот фургон. Долбанный фургон, который там стоял, понимаешь?
И вначале я еще немножко перевернулся. Получилось так. Да, здесь, конечно, клиент не очень сильно мешает. Ну где там этот финиш-то? Ой! Хе-хе, он разбился, ребята, он разбился. Он попал прямо в крокодила. А я, как ты видишь, выкарабкался. Я прям по ним прокатился, ребят. Ох, куда мы с тобой взлетели-то? Ох, взлетели в поднебесную. Видишь, спорткар очень чувствительный ко всяким, ребята, предметам. То есть он задевает, начинает тормозить сразу же, там, или еще что-то. Все, 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 первое место мое. Остыньте. Так, и кубок претендентов, наверное, тоже, друзья мои, буду делать на вертушке. Фига там хлыщ наяривает, ты видел? А что? Я думал, что я могу по крыше проехать, блин, ребят, я поэтому и не стал ничего особо такого делать. Сам ступил. Я хотел по крыше дома этого проехать, оказывается, там нет крыши дома. Там просто сплошная стена. Будет уроком тебе, Рэй, будет тебе это уроком. Еще и байк. Опачки. А байк, я не знаю, ребята, что-то как-то ехал слишком аккуратно. Прям вообще, прям, знаешь. Чего он тут боялся, я не знаю. Может, он меня испугался. Вот это фиаско, ребята. Вот это называется. Мы дали дрозда, блин, да? Все, понятно, ребята. Да ну. Ты издеваешься, что ли, не? Да? Просто об угол, да, ребят. Я еще второе место даже умудрился здесь занять, прикинь. Большой воздушный кубок, поехали. На чем только не еду, смотри. Большой воздушный шар. Большой воздушный. Ну, здесь хорошо получилось. Вот уж, ребята, у меня претензий никаких нету. Давай смотреть, что дальше получится. Ну, есть? У него не было, да? Такой штуки, которая была у меня, поэтому... Поэтому давай. Есть. Лыч ходящий. Ну, поехали, идеальный старт был. Почему у него машину так не закидывает, как мою там? Я просто смотрю, ребята, едет спокойненько вообще. Передок не забрасывает у нее, блин. У него, по крайней мере, на машине, наверное. В отличие от моей. Да, я даже думал, что такое, думал, разбился, блин. Это уже финишную перечеркнул. И последняя гонка, ребята. Опять болотистый кубок. Опять болотистый кубок. Сейчас нубасом чувствую, если честно. Вниз я поехал. А я поехал вниз. Потом наверх. Потом вниз. Потом наверх. Потом и финишная, я прямая. Все. А тут какие-то машины, ребята, хлыщезадовские, если честно. Ну, не считай, конечно, фуры. Фуры, да. Но они что-то... Да ладно! Вот тебе и хлыщезадовские машины. Твою-то налево. Переворачивайся давай. Ну ты посмотри, они едут еле-еле, ребят.
Еле-еле. Если фуру рассчитывать на первое место, пускай она об этом забудет. Я первое место ей не отдам. Так. Так. Это что за выкрутасы рейты делаешь сегодня? Мастерство акробатики, что ли, показываем? Я не понимаю. Как ты выглядел? Аж все томатные эти пасты разбомбил машины свои. Ну вот и прекрасно. Ну вот и чётенько, друзья мои. Блин, ты посмотри, шмотки. Этих шмоток нам никогда не видать. Эх, гонка. Поехали, ребят, покатаемся на... Давай проедемся с тобой на спортивной машине. Раньше эта машина, ребята, была топ. Ты посмотри, самые-самые-самые первые серии, когда эту машину... Если я даже не ошибаюсь, я ее даже приобретал. Это вот единственная машина, на которую я донатил. Все, ребят. И она там лихачила. Ух, как она лихачила. Здесь, конечно, что-то не путает. И она там так вжаривала. Ух. Ну, здесь, конечно же, это смех напал. Назвать это машиной мне язык сейчас поворачивается. Хотя, опять же, ребят, там есть потенциал для прокачки у нее. Я думаю, ты видел, да? Потенциал для прокачки вот этой тачки есть. Вот. А как она будет себя вести именно прокачанная? Никто сказать не сможет. Хотя мы видели, да, некоторые экземпляры, которые могли даже обогнать маслкар. Ну, не могли, а практически обгоняли. Самоубийство. Один сундук всего лишь. Почему-то я ехал на этой машине, а награды дали для фуры. Непонятно. Так, что у нас там? Давай посмотрим. Надо приземляться, да, надо было, наверное, брать. Надо было брать что-то с крыльями. Надо было, ой. Тут надо было что-то типа вездехода какого-нибудь брать, потому что, ну, то сам. Супердизель вот для таких вот больших камней подходит неплохо. Потому что проходимость у него нормальная, и он бы их даже не почувствовал. А так ты можешь перевернуться в любую секунду. Ну, смотри, приехал. Штраф за превышение времени. Сфига ли мне штраф? А сфига ли мне штраф там за превышение времени? Так, а тут-то что? Вот, не понял я юмора, сейчас. Лед. Лед, лед, лед. Давай попробуем на Буране. Он мне не прокачан, нифига. Ауч! Смотри-ка, а. Слушай, ну Буран для снега прям предназначен. Если честно. Первым я стал. Я Диму обогнал. Че радуешься, как мелкий.
Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!